Это Grad Review, и смутные времена настали в Россиюшке, или на Русиюшке. Это смута, игра, русская игра, создателей, да-да-да, Соберенова. И что мы видим? Это графика такая. В общем, игра забагованная до усраки. Ну, в общем, ее, конечно же, все обсирают. Но есть ребята, которые хвалят, да. Версия 1.0 сейчас, ну, патч первого дня, собственно говоря. Но впереди, я думаю, будут еще патчи. Но, тем не менее, это наш ответ Assassin's Creed от Ubisoft. Или Ghost of Tsushima. Только про Русь. Ну что, немножечко прошел я тут. И мы... Место переночевать тебе найдется? Собственно говоря, попробуем ее поиграть, пройти. Чьих будешь, уважаемый? Сглаживание, ну вот... Бояра, милослав. Даже на высоких настройках, на эпике, на видеокарте мощной, все. Место и для тебя, и для... очень и очень печально и грустно. Покрутить-то. Спокойно? Ну давайте все-таки попробуем сюжет как-то влиться. То ляхи наедут, то разбойники набегут. То ляхи, говорит, наедут. Еще и зверь дикий лютовать стал. Вот, игра совсем недавно вышла, поэтому, ну, тут на свой страх, как говорится. Тяжелые времена настали. Да, поистине тяжелые. Князь Милославский. Заходите внутрь, гости дорогие. Отдохните с дороги. Отдохните, говорит, с дороги. Так, ну что, у нас есть здесь... О, ребята, ой же, ребята, читать и читать. Кстати, это специальное включение. Почти ночью. Наград. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, историю Руси все-таки мы поизучаем. Мыльная графика. Ну, конечно. Ну, что это такое? Не, ну, конечно, можно покопаться еще в настройках. Ну, ребят. Расскажи, Кирша, где был, чего видел? Это жестикуляция. Что? Мало жил да много... Ладно, на вкус и цвет товарищей нет, но, сами понимаете, игру... В игре все очень и очень плохо. А тебя, бояре, куда судьба бросала? Да, побросала немного. Для князя Скопина шуйского языков брал. И подкушены меня гусары с коня копьем сбили. Так что год пришлось отлеживаться. А саблю рука не забыла еще? Сейчас? Нет, вообще не забыла. Задание выполнено. Что это? Что это? Надо с ним поговорить, узнать, что как. Что это было с графикой сейчас? Так, ФПС проседает. Так, первая дуэль, поговорить с Кирши. Ну что, боярин, не растерял за ночь охоту с саблями поиграть? Гляди, походка какая! Гляди! Так. У меня духовки до сих пор руки перед глазами. Так, что у нас тут? Что, боярин, не рас... А, надо было вот эту выбрать. С саблями я всегда рад. Становись, Кирша, с пляшем. Так, окей. Сразитесь с Киршей. Ну и... Руки у тебя, боярин, откуда надо растут. Слабоват после ран пока, но то дело наживное. К лету заживет. Да свадьба заживет. Складывается против него, и как надо. Это что за гаврики? Эй, служба! Еды и пиво, быстро! Ты чё такое? Ты смотри, какая. Сейчас мы наваляем этим мудаё. Кам. Поговорить с поляком.
Лезь сюда, ты чё такой дерзкий? Полечок. Челом тебя! Со мной пить, многовато вам чести. А, твоя правда. С дураками пить, только вкус тупить. Ты, да я, чё? Да я тебя, да я вас всех. Смотрите, люди, а я думал, это шляхинская рванина денег просить будет. Курва! Курва! Может, ты со мной под... Я тебя убью. Ну, айда, спляшем. Так. Давай спляшем. Базара ноль. В общем, в каких-то местах он просто проседает, этот FPS. Это ужас. Так. Грецкий шей. Давай потрындим. Вижу, что у вас с нашими гостями свой разговор был. Это ты хорошо сказал. Спасибо тебе за помощь. А мне по... Тогда ступай, да не медли. Так, сабля, но было в кодексе. Поскакили. Поскакили от Седого. Да, ребята. Я не успел ничего сделать, сразу загрузка. Окей. Я ничего не нажимал. Это игра. Не, ну конечно, я дождусь более четкой оптимизации патчами. Ну, я думаю, что разрабыши, они понимают, что мы недовольны. Так, первый день. Блин, я не успел прочитать. Все очень быстро. Лошадки. Кто это? Ну, в это можно играть, да, но все очень ужасно, правда. Вот, Алексей, мы и дома. 100 лет тут не был. 100 лет в обед. Все как прежде. Девки! Здравствуй, батюшка Юрий Дмитриевич. Заждались мы тебя. Здравствуй. Так, чтобы открыть журнал заданий. Ну давай поглядим. Кодекс, места. Ну что, игру можно привести на официально в ВК Плей. Но хотя я бы вам, друзья, советовал пока не приобретать. Лучше дождаться более качественной оптимизации, чтобы в настройках не копаться. И не делать сглаживание, там, лучший FPS и так далее, и тому подобное. Как? Я же нажимал, вот чё. А чё это такое? Вот это, что вот это у нас тут? Ну-ка. Беги. Чё спиной стоишь, дурачок? Вот нам пожаловал, сам Юрий Дмитриевич. Ужасно сглаживание. Я рад тебя видеть, Григорий. Как раны твои? Было дело, но с Божьей помощью отлежался. Ты посмотри, что с ними, почему они такие нервные? Худо совсем на дорогах стало. Ужас. Купцу с обозом не проехать, крестьянину не пройти. Если тати не убьют, так поляки обдерут копить. Порядка нет, вот и развелось душегубо. А точно? Наладится. Боярин Кручина сказал наладиться. Не знаю. Уж не сабли ли ты их... Иной раз словами не обойти.
Вот и развоевался. А чё же не порадует? О-о-о-о-о-о, ты чё? Учебный бой. Ратник. Гаси, гаси. Артефакты. Хорош. Ну давай, говори. Вижу, не позабыл мою на... Да разве такое забудешь? Но это не на... Век помни, не забуду. Ха, еще бы твои слова. Тап. Царский золотой... Ой-ой-ой, тут читать до хренища. Поговорить... Да что ж такое? Одни разговоры. В общем, настройки, ребята, сглаживание... Ужасные. Но FPS можно поднять. Но с такой графикой придется играть. Это на страх и риск, честно. На свой страх и риск. Но игра очень сырая. Напомню, очень сырая. Так, ну если уж не втерпёшь ее играть и проходить, то... Только так. Так, давай с тобой потрындим. Вот куда он идет? С возвращением, Юрий Дмитрий. Здорово, будь прост. Здорово, будь-ко. Совсем тебя забота заели. Ох, батюшка, заели. Ну уж не серчай, что я... Господь с тобой, Юрий Дмитриевич. Мы тебя сушило, почитай, сразу и отстроили. А... Что, так и стоит? Хоть и храм Божий, а руки не доходят. Ну, понятно. Да, это... Юрий Дмитриевич, а не поможешь ли в деле? Что за дело? Повадился кто-то из наших в подвале сметь воровать. Так может, крысу у вас завели? А крыс у нас вот... Да видел я... Так он-то крыс... Ну, если... Я поначалу думал, лиса и... Разберемся. Так, что мы тут разберемся? Так, первый день в поместье Крючины. Получить задание от... И чё исчезло? Я. Ну-ка, давай. Ну, в чём ещё испытать меня хочешь? Вроде и вырос ты. Например? Ты вот шумишь много. А ты лагерь? Сомневаешься? Спорим с мамой. А чего там? Всё. А ты думал, я тебя сразу на Туречино пошлю? К султану Трескому? Так. Подкрасться холопом возле башни. Это потемнело так. Ладно, окей. Зимняя заимка. Что? Я хочу подкрасться холопом. Как это сделать? Сейчас бы бабу и обнять так. Что происходит в этой игре? Жениться тебе надо, ну вот чё. Я ж молодой ещё. Как девок по деревням портить, так гораст. А как жениться, так молодой. Ты играешься? Алёна, во, боярышня девка. Сам соку. Она самой боярышней прислуга. Такая... Так а чё я? Хуже всех. Нет тут крамола, одна похабщина. Так... Ладно, окей, я это сделал. Дальше.
Что мне тут надо сделать? Подслушать их, что ли? Так, стоп, ничего не врубаюсь я. Так, обойти. Я давеча щупаю. Чё? Ушиться? Что это такое? Ой, ты ври, да не завирайся. Как? А мы по-простому ловим. Ну что ж ты... А в запруде, чтоб лис развалин монастыря. Ой, врёшь. Ой, не завирайся. Да я не про ту запруду, что одесную. Ой, да сказки... Сказывают, что видали. Ночью в... То, о чём, а эти рыбалки? Да. В общем, ребята, мы попробовали. Ну, конечно, я буду проходить, но настройки, наверное, все-таки. Или будем ждать новых патчей, пока на сглаживание все ужасно, ужасно. Помяните мое слово, братцы. Быть беде. Да что ты заладил, беда. Знаешь, как баба на сносях, спасу нету. Баба с насносях. Знаешь, что боярин на шляхом продался. Тише. Ты дурак такое говорить. Говорю же, сам видел. И чё с тобой? Оружие. Шляхами боярин дела ведет. Это его голова. Все, ребятки. Григорий Холопов за такие сплетни накажет. Вот так вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Агрета и Яндекс за помощь, которую донатят. Наталья, будем очень признательны. Как видите, игре... В игре все очень-очень непросто. Разработчики намудрили, просто мандец. Ну, а если хотите поиграть более или менее с FPS-ом, ставьте сглаживание. Но, как видите, все будет не очень-очень просто. Сглаживание будет такое, что лучше подождем пока. Патчи? Правильно. Какую-нибудь версию 1.05 пускай. Все, ребятки, до новых встреч, это смута. Смутные времена нынче. Welcome back.